Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. И как мы видим, турнир закончился, и давайте посмотрим, где же я нахожусь. Да, ребята, к вашему удивлению, я на мастере, одна звезда. Но, чтобы пробиться сюда, сколько мне потребовалось сил, вы не поверите, очень и очень много. Ладно, забираем ревард. Давайте смотреть, что нам достается. 8400 сюрикенов. Это зергут. Мы с вами сегодня повышаем в голду одного из персонажей. Так, карайка. 40 ДНК. Шик и блеск. Также у нас 90 осколков золотых и... 55 даже платиновых. Шикарно. Ну что же, ребятули, начинается у нас новая неделя. Я, наверное, забегу быстренько в магазин. Открою колоду, посмотрим... Что он здесь выпадет, я больше уверен, что это Паукус. Ну, вы, я думаю, тоже догадались, что это именно он. Да, ребят, я даже не удивлен. Так, отлично. Что же нам теперь сделать? Смотрим, ребят, у меня 45 долларов, 17 500 мутагена. Так, телепорты. Да, остального у меня, к сожалению, очень мало. Давай-ка посмотрим, что у нас по осколкам. Три боя, ребята, мы с вами 100% сейчас зарулим. Поехали. Нам осколки нужны? Нужны. Я думаю, вы со мной согласитесь. Причем у нас сегодня будет, ребята, подъем на уровень любого нашего персонажа. Ну как любого? Я имею в виду в плане того, который действительно достоин перейти в золотой ранг. Так. Здесь, как вы понимаете, первая победа за нами. Но это только начало. У нас будет впереди три боя. Сейчас вот этот бой мы тоже с вами проведем. Это 16 у нас будет серебряных осколков. И плюс ко всему 8 золотых осколков. Это довольно-таки добротно. Угу. Здесь никакого повреждения мы не получаем. И Лео с вертушки, я думал, уронит. Нет, не получилось. Шик и блеск. Проезжаем дальше. Так, давай-давай, не томи меня, игра. Пожалуйста, не томи. Будь добра ко мне. И благосклонно. Ну что же, ребята, вот этот бой у нас будет последний. 8 золотых осколков. Как вы понимаете, это мой предел. Я выше головы прыгнуть не могу, поэтому поехали. Ну-ка, ребятули, разберитесь с этим Бакстером Стоконом, пожалуйста. Так, Лео молодец, красава. Так, Рафаэль берет на себя провокацию, тоже неплохо. И, ага, ты решил поджарить. Для меня, конечно, это немного странный выбор. Но, тем не менее, ребят, у нас крит урон. Смотрите. Упс. Не выживет он. Слабончик он для нас уже, согласитесь, ребятули. Ну что же, мы получаем с вами наши осколочки. Да-да, это 8 золотых осколков. Ну что же, здесь разобрались. А теперь пора, наверное, переместиться... куда? В список. Конечно же, сюда, ребят. Смотрите. В общем, объясняю так, коротко и ясно. Было много голосований. Кто-то голосовал за Джастина, за Крысиного Короля, за Донателло. Кстати, я хочу вас обрадовать. Вы смотрите, Стиранка повышается у нас по рангу. Да-да-да, ребят, я за это время успел подсуетиться. Угу. А вы знаете, что это означает? Так, кстати, смотрите, твердые убеждения. У него отрывается спецвозможность. Стиранка призывает защитить Россию, матушку. В начале хода есть вероятность 10% увеличить силу атаки союзников на 20% в течение одного хода. То есть вы понимаете, да? Россию, матушку. Ребят, так как я россиянин, конечно же, я буду за Россию, матушку. Ну что же, Вань, ты молодец, конечно, это все хорошо. И он попадает у нас в список того, чтобы поднять золотой ранг. Я знаю, что в ваших именно комментариях он сюда не входил. Но с вашего позволения я все-таки подниму ему ранг. Ребят, не ругайтесь только, пожалуйста. Только не ругайтесь. Да, отлично. Я думаю, что он еще сыграет очень хорошую роль у нас в дальнейших наших выступлениях, в наших сериях. И я думаю, что вы не будете критиковать. Давайте попробуем до полтинчика догнать его. Получится у нас. Упс, погоди-ка.
Блин, 48 уровень, и все, ребят, к сожалению, закончилась манна. Манна. Мутаген, конечно же. Мутаген, ребят. Так, забираем здесь наши сюрикены. У нас в данный момент с вами 80 осколков платиновых. Это не так уж и много, но и немало, согласитесь. Так, смотрим дальше, что у нас еще есть. По заданиям у нас откаты 5 часов 48 минут. Понятно. По боям что у нас? Так, мы осколки получили. Турнирная арена. А посмотрим, что у нас в испытаниях. Смотрите, у нас сцены насилия. Это в плане... Так. Черепашки. Ладно, хорошо. А здесь? Саблезу, Прохзар, Тигр, Шреддер. И опять же черепашки. А в чем прикол? Я не знаю, ребят. В чем прикол? Но самое интересное, что на эксперте у нас открывается Усаги. А Усаги мне нужен. Я хочу заработать еще на него осколков, чтобы его повысить по рангу. Ребят, он мне нужен, он прикольный. Он супер-пупер. Такой кролик, который бомбит не по-детски. Ну что же, мы с вами сегодня начинаем с чего? Ну, во-первых, мы все с вами заработали, что могли, и переходим. Погоди-ка секунду. Ёлки-палки, здесь тоже, ох ты, 70 сюриков. Так, хорошо. И, по-моему, больше, больше никого мы не можем с вами обменять. Ладно, мне и этого сгодится. Ну что же, переходим с вами в бой. Турнирная арена. Как вы понимаете, у нас все это идет с самого начала, ребят. Ух, переведем дух. И погнали. И выбираем мы с вами. Да, пожалуй, вот самых маленьких будем брать. Естественно, мы перекидываемся обратно на самый Нульсон. И вот этих вот ребятулек я беру. Я думаю, что они меня не подведут. Смотрите, прикольный, да? Парнишка такой, юх! Причесочка на ветру развеивается. В общем, все шикарно. Погнали! О, ребята, есть небольшая заминка. Вы видите вот эту вот грань? Да. Расширение слишком высоковато для этой игры, поэтому нам придется с вами его заменить. К сожалению. Да, я сам не рад этому, но никуда нам не деться. Если мы хотим видеть полностью оптимально уровни и здоровье наших и вражеских персонажей, нам придется это дело изменить. А все это делается за счет расширения игры. Так что, ребятули, первый бой за нами. Мы с вами продвигаемся. Да, мы попадаем на воин 2 звезды. И небольшая пауза. Ну что ж, дорогие друзья, я снова с вами на связи. И мы продолжаем турнирную арену. Поехали. Так, у нас Лига воинов. Кого возьмем? Я думаю, надо начинать с маленьких. И это вот эти. Да-да, именно с ними будем драться. Это Мэтью. Так, Мэтью, давай-ка мы с тобой немножко пошушукаемся. Вот так вот. Я надеюсь, ты не будешь в обиде, если мы тебя победим. Поехали. Так, значит, здесь нейтрализатор, Лео и Бибоп. Давай посмотрим. Начнем, пожалуй, мы... Да, я думаю, что с Лео. Упал. А, нет, не упал. А сейчас? Ну-ка, пропиши ему. Готов. Хорошо. Так, теперь мы начнем с нейтрализатора. Так, дракончик. Обожги его, пожалуйста, огнем. Конкретно. Слабо. Это слабо было. Так, хорош, хорош выделываться. Ох ты, постепеночку повесил. А вот это вот уже жестко, ребят, на самом деле. Ну-ка, Бибоп. Не добил. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, я боюсь, что мы сейчас Рафаэля можем потерять. Или же нет. Все зависит от того, как будет у нас действовать постепенный урон. Так, ой-ой-ой. Как очень, ребята, очень критично. Да ладно, завязывай. Слушайте, будем сегодня играть с вами очень-очень аккуратно. И я надеюсь, ни одна битва у нас не будет проиграна. Я просто заклинаю игру именно на это. Я буду очень, ребята, как говорится, такие вот отрядики создавать, которые
будут себя вести просто беспроигрышно. В общем, Лига воинов у нас 3 звезды. Приступаем. Так, я начну. Так, наверное, вот с DC. Давай его попробуем на зубок взять. Прощупать, как говорится, да? Насколько он хорош или плох. Так, у него один герой на 3 звезды. Золотые. У нас тоже есть такой, но... довольно щекотливые, ребята. Ситуация у нас. Знаете, что я сделаю сейчас? Вы не поверите. Я схитрю. Да, вы можете сказать, но это нечестно, это несправедливо. Но, ребят, у меня другого выбора нету просто-напросто. И будем мы начинать с Ваньки Стиранку. Так, ух ты, круто. А ну-ка добьем. Ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо, ребят, было сейчас. Есть, отлично. Так. Ой, смотрите-ка, мы, ребят, с вами очень даже неплохо держим удар. Так, мы берем провокацию. Так, Бакстер, ты уж извини. Оу, ну-ка добьем. Блин, да что ж такое-то? Почему так слабо у нас бьет Майки, а? Хоп-хоп, ага, в инвиз уходит, я понял, в незаметность. Слушай, я думаю, что это его не спасет. Давай вот так сделаем. Ага, минус. Хиляться нам не нужно, поэтому ты уж извини, родной, придется тебя немножечко потревожить. Офигеть. Ну-ка. И... Е! Ребят, ну круто было. Хоть это и самое начало, но все равно, когда мы побеждаем, прям, знаете, такое вот чувство победы меня прям переполняет. Я очень горд за то, что у нас все хорошо получается, и то, что мои герои выживают. Так, и мы с вами... Вы посмотрите, мы уже в элите с вами. Одна звезда, ну и фиг с ним, зато в элите. Погнали. Так, и здесь уже... 22 уровни идут. Я возьму, пожалуй, Константина. Да, именно Костю я возьму, потому что я думаю, что с ним мы справимся, в принципе, без проблем. Так, 24 уровень. У меня здесь Донателло, Шинигами. Погоди секунду. Здесь какой-то есть подвох. Какой подвох может быть здесь? Спросите вы. А я знаю, что есть. Вот так я сделаю. Да-да, именно вот так. И уже все. Вот здесь уже я спокойно. Ребят, знаете почему? Потому что я решил брать таким макаром бойцов, чтобы у меня в команде либо был один провокатор, то есть Острозуб, либо один лекарь. Ну, лекаря здесь нет, поэтому Острозуб берет на себя львиную долю, как говорится, танка, можно так сказать, да, вот в этой компашке. Вот Пит подхиливает, но это было очень-очень, конечно, зря. Я буду наказывать Криса. Поехали. Ну, смотрите, пол хп отнял. Теперь делаем провокацию. Ху-ху-ху, красота-то какая. Ребят, Криса как будто здесь и не было. Понимаете, в чем вся прелесть? Это просто, блин, манна небесная. Ребят, ага, Железноголовый взял на себя провокацию. Ну, это, в принципе, логично. Ну, 22 уровень, ну, куда он? Куда же ты, братулька, баточки-то наши крошишь? Давай-ка, порви его. Обожаю вот этот маневр. Тыч, Пит. Нет, Питуля, ты не пробьешь нас. Извини, конечно, ты не упадешь сейчас, но вот... бумс. Нет. Рокстеди, ты уж извини, но ты слаб здесь. Ты слаб. У тебя всего лишь 22 уровень, у меня, извини, 30-е. 29-й, 28-й уровень. Ну куда ты можешь тут претендовать? Естественно, никуда. Только лишь в проигрыш. Ух, шикарно. Ребят, куда мы с вами продвигаемся? Давайте смотреть. 92-я была ступень, 19-я уже, елки-палки. Ребят, семимильными шагами мы двигаемся с вами к победе. Так, и я выберу, знаете кого? Вот этих вот ребят, это у нас кто? Джуниор. Ради бога, пускай это будет Джуниор или еще кто-либо. Ой, погоди-ка. 31 уровень, так, тут у нас 26-е, 28-е. Я вижу 3 звезды Рафаэль. Это плохо, это плохо. Возьму Пиццелицу на подстраховку, ребят. Только лишь
для подстраховки. Оп, оп. Вот так вот. Слушай, я думаю, что будет изи-каточка. Надеюсь на это. Поехали, проверим. Так, кто нам здесь не нужен? Нам не нужен здесь Донателло. Это в первую очередь, ребят, потому что если мы сейчас успеем заблокировать ему способность по отхилу. Не получилось, к сожалению. Ладно, давай попробуем так. Фигово. Очень плохо. Ну, естественно, ребята, он хиляется. Кстати, он это сделал зря. Знаете почему? Смотрите, что мы сейчас с вами придумаем. Мы делаем провокацию на кожеголового. А теперь понеслась душа в рай. Тыц, постепенка. Да-да-да, именно она. А погоди-ка, а как ты снял ее так? Хм. Для меня это, конечно, нонсенс какой-то был, ребят. Так, ну-ка давай его. Ой, зачем ты это делаешь, дуралей? Блин, я не то сделал, ребят. Ошибочка вышла небольшая. Ну-ка попробуем добить. Е, хорошо. Так, Донни. Блин, не убрали мы его. Кожеголовый лежит у нас там, да? Ладно, попробуем так бомбануть. Отлично. Так, а теперь обычным ударом. Да, слабо, конечно, ударили. Вот, мы его пробили. И теперь... Блин, Донни, хорош. Успокойся, братиш. Ну, сам делит, а? Ну, хорош, давай, ну, сдайся. Ну, просто, ну, сдайся нам на милость. Не хочет пиццелисы, его добивает. Да, ребят, но все равно мы пока идем с вами четенько. Нога в ногу, никто не проигрывает. Так. Мы с вами... в элите две звезды. Поехали далее. Так, не забывайте, у нас еще, ребята, 10 откатов. Оу, как... Ты посмотри, у нас элита одна звезда, две звезды и три звезды. Естественно, ребята, я буду вот здесь вот воевать. 32-33 уровень. Ага. Ого. Слушай, это вызов, по-моему. Это серьезно вызов, ребята. Я тогда сделаю, знаете что? Смотрите, как это будет хитро сделано с моей стороны. Вот так. Ну вы поняли, да? К чему я клоню? Сейчас увидите. Смотрите. И все. Да-да, ребят, именно про это я и говорил. А знаете почему? Потому что мне не жалко восстановить за одну единицу отката, а у меня их 10. То есть, ну, останется 9. Но малышей-то я поднять смог? Смог. Отлично. За это я получил бонусы. И мы с вами переходим в бой. Смотрим дальше, кто у нас здесь идет. Нифига. Посмотри, пацаны. Вы посмотрите, какие никнеймы охрененные. Это голимые боты против меня выступают. Такого не может быть совпадения. ТМНТ. ТМНТ. Ну, Тенаджи Мутант Ниндзя Туртлис. Как переводится, да? Офигеть. Хорошо, я выбираю тогда, знаете как? Они все одинаковые. Ты посмотри, 13-15, 13-15, 13-15. Слушай, это, по-моему, заговор. Я не знаю, как это объяснить. Это заговор какой-то. Это баг игры против меня. А ну-ка, вернись на место. Я хочу проверить. Если мы сейчас побеждаем катку, неужели они те же самых ребят не выкинут навстречу? Это действительно будет подтверждение тому, что тут какой-то алгоритм работает против нас. Ну-ка, проверяем. Упали. Я в этом не сомневался. Я не стал откатывать Лео, потому что он у нас и так топ. Ну, решил железную голову проверить. Так, пропускаем. Мы поднимаемся, естественно, с вами в самурае. И на сотое место, представляете? Так, в бой. Нет, ребята, тут уже все отлично. Смотрите, странно как-то было. Вам не кажется, а? Ну что же, давайте выберем самого мощного здесь. 13-16... Они все, они все. Ну, я тогда возьму тезку. Давай, Сашка, давай с тобой. Давай с тобой мы потусуемся. Я возьму Лео. Мне нужно своих малышей, к сожалению. Нет, скорее всего, к счастью, прокачивать, поэтому. Так, там нет никого. И Саблезуб. Да, именно вот такая команда у меня будет, потому что я
просто уверен, что от одной вертушки Лео все здесь упадут. Проверим? Проверим, конечно же. Полтиннички падают, а 36 уровень и подавно. Ух, круто. Поехали дальше. Ребятули, мы сегодня с вами вот должны подняться, в принципе, до Сёгуна. Но вы знаете, да, первый день нас обычно всегда оттуда потом скидывают. Причем довольно круто скидывают. Я возьму вот этих вот парней. Но, тем не менее, чем резче мы дадим с вами старт, тем больше вероятность, что нам придется меньше рыпаться и двигаться к нашей победе. Да-да, вот такой закон у нас. Ну, давай попробуем. Упадут же все. Вот так вот. И это все обходится, ребята, всего лишь в один откатик. Вы представляете, это сладкое слово «откатик». То есть они падают, и мы с вами уже в самураях две звезды. Вообще шикарно идем. Угу. Обалденно просто-напросто. Так, и я выбираю... Так, Леха, Весли и Артем. Смотрите, Леха — это мой тезка, а Артем — это имя моего сына. Я даже не знаю. Ну, давай, давай с тезкой. С тезкой мы подеремся. Фиг с ним, так уж и быть. Поехали. Кого возьмем? У него 41-й, 38-й уровень, да? И я думаю, что... Хитрость, да? Хитрость, вы скажете? Да нет, ребята, это никакая не хитрость, это просто расчет. Даже Макман выживет, выживет здесь и не поморщится. Я надеюсь, я таким не буду, когда я вырасту. Поехали. Поехали, ребят. Вертушка. Жух. Вот и все. Вот и весь, как говорится, у нас короткий разговор. Ух, мне нравится. Продвигаемся с вами дальше. Да, ох, ребята, еще один буквально бой, и мы с вами перейдем на Лигу Самураев 3 звезды, а там уже и до Сёгуна рукой подать. Это кто такой? Это кто такой? Так, Куртис и Томас. Я с Томасом хочу подраться. Я думаю, что Томас адекват. И выбираем с вами кого? Мондо Гекко, Бибопа, Мотогеноида и Рокстеди. Подожди, а у нас что? Ой-ой-ой-ой, ребят, у нас с вами заканчиваются бойцы. Как это ни странно звучит, да? Заканчиваются бойцы, но все-таки. Что он там целует? А, он спит. Он спит. Я думал, что он там целует что-то кому-то. Нет, он спит. Ладно, вертушка. Опа! Опа, пулечки, ну-ка. Ого, а так? Ну, ух, прокатило. Ну что, мы его отправили в идеальный мир, а с вами продвигаемся мы дальше. Так, и у нас получается Самурай 3 звезды, ребята, и 68-я позиция. То есть вы понимаете, к чему я клоню, что в данный момент мы с вами вырываемся в топ. Блин, ну все-таки как круто, что мы с вами уже в Лигу Мастеров попали. Для меня это был, ребят, на самом деле рекорд. Я вот сейчас только осознаю, что это было просто великолепно. Не каждый раз у нас так проходит неделька. Так, ну что же, выбираем Лео, Сплинтера. Ну давай Усаги возьмем. Я думаю, что с вертушки с одной все-таки все упадут. И мои малыши пройдут дальше по системе по этой. Так, поехали. Выбираем мы с вами Микеланджело. Так, вертуха. Е. О, погоди-ка, Е. Вот так вот добьем. Круто. Ну согласитесь, ребят, ну просто замечательно. Двигаемся дальше. 970 мутагена мы с вами получаем. 20-я позиция. И покажите мне противника. Возьмем Олега. Олежка, давай-ка мы с тобой маленечко разомнемся. Я думаю, ты тоже будешь не против. Кунаищи, Хана. В принципе, я думаю, что здесь нет смысла кого-то выбирать, потому что Леонардо просто будет всех ложить. Единственное, что есть опасение, что кто-то не упадет.
Ой, ёпрс... Ай, фу. Ух, нам повезло. Я думал, что, ребят, я не туда нажал. Я думал, что я на одиночный. Но нет, все прокатило как нужно. Так, ну и где мы с вами окажемся? Поздравляю, мы в Сёгунах. А кто сказал, что мы с вами не доберемся в Сёгун 2 звезды? Вы слышали от меня этого? Нет. И я не слышал. Поэтому попробуем. Попытаемся сегодня раз в нашей игровой карьере пробиться в Сёгуны 2 звезды с первой, ребята, заходки. За счет Лео. Все за счет Лео, ребята. Опс, опс, погоди-ка секунду. Да какой подхил ты что делаешь, а? Фух, нам повезло. Отлично, ребята. Так, и куда же мы с вами перемещаемся? Покажите мне, пожалуйста, статистику. Так, 29-я позиция, ребята. Неужели выберемся? Так, выбираем вот этих вот парней. 55-й, 56-й уровень. В принципе, мне плевать. Надо только не оплошаться. 55-й, 56-й. Слушай, надо кого-то взять покрепче. Давай так. Слушай, должно прокатить. Ребятули, должно. Вот поверьте мне, не зря эта серия будет сегодня сделана, выпущена. Как говорится, в наслаждение вам и мне. Мне самое главное наслаждение — это играть сейчас и смотреть на свои результаты. Тыч! Готов. Пробьем копьем, интересно, или нет? Вряд ли, конечно, да? Угу. Ну-ка. Кирби, ё-моё. А вот так вот? Зимиковьюн. Есть! Ха-ха, ребятулечки. Это хороший знак. Это очень хороший знак, что мы с вами буквально в 3 секундах смотрим. Атя, красота. Слушай, 87-я позиция. Поехали дальше. Ребята, берем по максимуму. Сегодня берем по максимуму. Так. Значит, получается 2-2-2. Давай возьмем, наверное, вот этого. Он поменьше, он похилее, но тем не менее. Погоди, а у нас получится что с вами? 1, 2, 3, 4, 5. Блин. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вот. Вы поняли, да, надеюсь, мой расчет, который я сейчас только что произвел на быстренькую. Смотрите, что происходит сейчас. И я делаю вертушку. Начинаю я ее с Дони. Почему я начинаю именно с Дони, ребят? Можно с Дони, либо с Микеланджело. Потому что, смотрите, пониженная атака. Но основной урон, по идее, должен приходиться по ним. Я могу убить с удара морзильную кошку. Нейтрал идет на Бибопа, на Лео. То есть вы понимаете, да, к чему я говорю? Что максимальный урон наношу тому, кому бью. Странно, а как интересно он выстоял. Ладно, это уже не важно. Давай вот так попробуем. Пук, все. Теперь, ух ты, ух ты. Ты смотри, что да, он усиляет, ребят, зачем? Нету шансов у них, нету. Ага, вот так вот. А если я гранатку в тебя брошу, парень? Да. И вот теперь, вот в данный момент, ребята, у нас всего лишь один с вами остается поединок. Всего лишь один, последний. Ну, думаю, что в Сёгуны 3 звезды мы сегодня не доберемся. Но рекорд уже побит. С первого захода мы с вами попадаем в Лигу Сёгунов 2 звезды. Ну а третье под вопросом, под большим вопросом, это если только... никак не получится. Ладно, давайте возьмем Лео обратно. Тут идет Раф, Зек и вот эти наши два героя. То есть все персонажи, которые у меня были, они отыграли свою роль. Я думаю, что это самый крутой момент вообще, когда в игре вот так происходит. Когда все именно персонажи отыграли свою роль. Это круто. Ребят, вы можете не волноваться, здесь победа 100% будет за нами. Никто здесь ничего нам не сделает, даже не нанесет никакого повреждения, потому что они сейчас все упадут. Вот именно.
Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, куда мы с вами приземляемся. Это первый день, естественно, нас сбросят далеко-далеко назад, но тем не менее. Ой-ой-ой, ребята, Сёгун, 9-я позиция, Сёгун 2 звезды причем. То есть это неплохое начало. Даже я бы сказал, крутое начало. В следующих сериях мы с вами начнем, конечно же, еще проходить помимо Лиги Испытания. Я очень рад. Кстати, погоди-ка. У нас же ДНК на Карайку. Хо-хо, давай-ка их... 1400, нифига себе, ребята. Конечно же, меняем. И у нас 8520 сюриков. А это означает что, ребят? Что мы с вами можем еще поднять в ближайшее время в голду. То есть остается 500. Ребята, погоди-ка. Да, не только 500, нужно еще 330, а у нас 124 золотых осколков, но тем не менее. Погоди-ка секунду, опять же у меня вопрос. Зайдем в магазин и посмотрим. Оу, ребят, конечно же. Берем 3 ДНК на Шреддера. А что у нас по этим? 240. Ну, здесь, конечно же, мимо. Ну что ж, друзья, давайте на этом, наверное, завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в черепашки-ниндзя легенды. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи. До скорых встреч.